В ногу со временем, прямиком за великими учеными. Теперь изучение естественных наук не ограничивается сухими страницами учебников. Эти кабинеты оснащены всем необходимым для создания беспилотников, передовых роботов и даже собственных 3D-деталей. Школьный кванториум включает в себя 4 основных направления, которые неразрывно связаны с химией, физикой, биологией и информатикой. Energy Quantum, самое основное направление выбрали, это возобновляемая энергия, альтернативные источники энергии. Хай-тек цех – это высокотехнологичная лаборатория, где ребята работают руками, и все их идеи и мечты воплощаются в реальные вещи и в реальные работы. То есть это в основном уже изготовление проектов. А еще аэро и промробо-квантумы. Последний уже успел войти в программу учеников 102-го лицея, однако с поддержкой технической базы смог перейти на новый уровень. Аэронаправление позволит научиться управлять собственным беспилотным аппаратом, но сперва необходимо освоить 3 так называемых жизненных цикла. Это непосредственно сама сборка сначала, каркасная сборка, пайка элементов, то есть двигателей, контроллеров и так далее. Потом это программирование. Необходимо задать квадрокоптеру свои определенные какие-то функции, будет ли он снимать, будет ли он фотографировать, либо доставлять грузы. И потом непосредственно это полет. Установить оборудование, проверить исправность систем помогли сотрудники Авиастар СП. Они же в будущем станут наставниками для школьников. В кванториуме могут заниматься ребята с 5 по 11 класс совершенно бесплатно. А для самых маленьких предусмотрена программа «Азов робототехники». Записаться на занятия могут не только ученики лицея, но и все желающие осваивать новые грани науки. Александра Никитина и Артем Куранов. Улправда ТВ.